В Люберецком дворце культуры состоялся отчетный концерт вокально-хорового отделения детской музыкальной школы номер 2. Воспитанники младших, средних и старших классов показали, чему они научились за этот учебный год. Место в зрительном зале занял и наш корреспондент. О главном — с любовью. Так представители вокально-хорового отделения детской музыкальной школы номер 2 назвали свой отчетный концерт. На сцене Дворца культуры прозвучали песни о любви, дружбе и родине. Зрители могли оценить все уровни подготовки учреждения, от начального, базового до сложных репертуаров. Наш хор «Янтарь» будет исполнять сегодня музыку замечательную русского композитора 19 века Сергея Васильевича Рахманинова. Это 6 женских хоров на стихи русских поэтов. Это достаточно сложное, очень интересное музыкальное произведение. Мы очень долго готовились к его исполнению, и оно требует уже не просто какого-то обычного исполнения, это уже речь идет о хоровом искусстве, пении. Вокально-хоровое отделение открылось во 2-й музыкальной школе в 2017 году. Сегодня в этом подразделении учатся около 100 детей. В программе в основном классические произведения, как русские, так и зарубежные. Я попробовала музыкальное школу, потому что мне нравится заниматься музыкой, играть на фортепиано, петь. Для настроя вообще нужно хорошее настроение. И у нас у всех хорошее настроение, да? Да. 24 мая в Люберцах состоится хоровой фестиваль. В этом году окружной конкурс будет посвящен русской народной тематике. Воспитанники музыкальных школ исполнят лучшие произведения отечественной культуры. Луиза Егиазарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.